Грязевая лужа – излюбленное место слонов, обитающих в Кении. Грязь помогает ухаживать за кожей, спасаться от насекомых и паразитов, и приятно охлаждает. Однако иногда такая яма может превратиться не в место расслабления, а в смертельную ловушку. Так случилось с целой семьей слонов. Историей спасения малышей и мамы слоники поделился африканский ветеринар и активист доктор Киран Эвери. Он предположил, что два слоненка захотели искупаться в грязи, но застряли, а мать попыталась вытащить их, когда увязла сама. На место выехала незамедлительно спасательная бригада. Вытянуть слонов на самом деле даже с помощью техники не так-то просто. Дело в том, что необходимо правильно привязать тросы, чтобы не причинить животным дискомфорт и раны. Спасательная операция заняла 2 часа. С помощью тракторов, тросов и волонтеров семью удалось освободить. Мама, пытаясь вытащить детишек, совсем выбилась из сил. После освобождения она пролежала на земле 25 минут отдыхая, и только затем смогла подняться. Затем все семейство отправилось к остальному стаду. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.